Давайте, ребят, поиграем в джунгли. Джунгли. Берем наш танк-скорпиончик. Прокачанный такой вот. Опа, тихо. Смотри, сразу же у нас встречают эти вот вонючки. Вертолетчики, вертолеты, которые вот я их очень не люблю. Опа, давай я тебя тоже сейчас стрельну. Вот один ударчик и все. И ты рассыпался, слушай. О, так, вертолет есть, готов. Уничтожили мы. На, стоишь там. Тоже мне. Танк какой-то стоит и все. Идем. Так, монетки, спасибо. На, вот это прям я его гашу прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Истребители летают. Ракетками стреляют. На, сейчас я попробую здесь встану. И попаду. Есть попадание. Так, а вот и босс. Вертолетчик, гонец ада. Угу. А мне надо, подожди, в другое место встать. Вот здесь, на холмик сейчас я встану. Вот так. Хорошо. Опа, попадание одно и второе. А, с одним попаданием, ребята, босс был повержен. Он уничтожился. Это очень хорошо. Давайте идем, идем, идем. Ой, смотри, сколько истребителей. Ладно. Сейчас здесь мы встанем. На. Да ё-моё. Мне нужно вертолетчиков уничтожить. Так, и вот этих ребят тоже. На, получай. Так, все, вертолетчиков больше нет. Идем. Дальше. Так, монетки соберем сейчас. Так, давай, давай. На, у меня есть жало. Есть, с одного раза. С одного раза уничтожили. Ой-о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 й. Смотри, сколько этих вертолетчиков, да, самолетов, истребителей много летят. Так, мне нужно срочно встать здесь и стрелять. Опа, попал? Попал, ребята. Вертолет. И как раз этот летел, самолет вонючка. Мы в него попали. Так, вот этих малышей надо сейчас быстренько уничтожить. О-о-о, тихо. Есть. Смотри, как они неожиданно вылетают. Ага. Ну, танк, смотри, вообще на пролом идет. Ему хоть бы хны. О, на. Подожди, есть, готов. Следующий у нас босс Легион. Ну, давай. Едь ко мне, Легиончик. Сейчас мы тебя щелкнем. Готов, готов, уничтожили мы. Танк. Так, едем дальше. Что у нас? Где он? А, вот, смотри. На, получай. Ой-о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 й. Опять эти, смотри. Ракетки. Давайте сейчас встанем здесь. О, одного и второго, смотри, сразу двоих уничтожили. На, есть, попалось тебе, нет? Нет? Вот это я не очень люблю. Смотри, а он, получается, жалом своим может закинуть. Опа, готов. Танк может закинуть куда-нибудь, смотри. А, нет, этот уничтожился сразу. Тихо. На. Попал я в тебя, нет? Нет, смотри, вертолетчик какой, а. Гад. Надо в него... Я вот отсюда сейчас стрельну. Так, есть. Все уничтожили. О-о-о, истребитель есть, готов тоже. Да сколько вас там, а, танки вообще вот... Откуда вы выезжаете, а? Бесконечные, смотри. Я не знаю. Дойду я до третьего босса с таким большим количеством. Вертолетчики разлетали, смотри. На. Так, все, двоих, да? Щелкнул. Теперь в этих можно стрелять. Готов. И еще один. Нет, не попал. Все, все, отравили мы его. Так.
Так, а ты на жалом получай. Все. Вообще замес, смотрите, ребята, какой, а? Какой же здесь замес? Ну, танк Скорпион справляется, всех уничтожает. Все, идем, идем, идем аккуратненько дальше. Надо сейчас в этого стрельнуть танка. Вертолетчика. Все уничтожили. Наконец-то у нас третий босс. Третий босс у нас бомбардир. О, это опасный. Это опасный вертолетчик. Смотри, видишь, он начинает стрелять. Ой-ой-ой. Нам нужно холмик найти. О, вот этот отличный холм. Отличный. На. Два удара тебе. Еще. Есть, я его жалом проткнул. Представляешь? Проткнули мы его жалом, и он уничтожился, взорвался. Немножечко подлечились. О, здесь не очень хорошо, смотри, меня стреляет, а я должен сначала вертолетчиков уничтожить. Ладно, сейчас отсюда будем стрелять. Есть. Так, а ты что не отравляешься, а, гад? Ладно, мы вас жалом сейчас уничтожим. Хорошо, есть у меня жало. О-о-о, истребители полетели. Гады. Давай, 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 еще немножечко пройди, пожалуйста. Монетки собери. А-а-а, взорвали нас. Так, давайте используем восстановление кристалликами. И немножечко дальше. Попробуем побиться, собственно, рекорд. А рекорд у нас вообще-то, ребята, на этой карте 112 был. Но уже 127, 128. Должны побить рекорд. На. Опа, хорошо, хорошо. Уничтожили мы. Может быть, до третьего, до четвертого босса дойдем, не знаю, получится или нет. Ну, конечно, здесь жара такая пошла, смотри, как он. О, все. Какой рекорд у нас? 142. Ну, клево, ребятушки. Если понравился Скорпион, ребята, ставьте лайк. Давайте, ребята, возьмем нашего Скорпиона. И поиграем на Луне. Почему бы и нет? Вот у нас такой Скорпиончик. Сейчас мы будем на Луне посмотрим, как он на Луне будет проходить эту миссию. Ну, вроде бы хорошо справляется. Ну, здесь лунные танки, они немножечко мощнее, чем обычные. Ну, чуть-чуть. Но все равно они уничтожаются от отравления тоже хорошо. На, есть. Вообще идем на пролом. Ничего не боимся. Ой, следующий танк у нас армада. Это у нас босс. Едь ко мне, иди ко мне. Сейчас я тебя щелкну, подожди. На, готов. Он даже не успел выстрелить, ребята. Фига, как мы его быстренько уничтожили. О, Таночки. Есть. Раз, два, три, четыре, пять. Уничтожили. Иди сюда ко мне. Готово. Опа. Так, ладно, сейчас будем до второго босса идти. Потихонечку, потихонечку, понемножечку мы, ребята, продвигаемся. Нам нужно хотя бы три или четыре босса уничтожить. Так, ладно, сейчас здесь надо немножко постоять. На пролом сильно не идти, может быть, в некоторых моментах, когда вот много танков. Вот, смотри, раз. Ой-ой-ой, промах. Есть. О, еще один. Готов. О, как я в него попал, смотри, а. Как будто специально в него целился. О, видишь, как отравляются. И у нас второй уже идет. Босс Легион. Сейчас мы подъедет. Подъедет ко мне. На, держи, получай. О, мне кажется, боссов мне быстрее уничтожают, чем обычные танки, когда их много. Смотри, практически 100% здоровье у нас. Ну, это, конечно же, ребята, ненадолго. Потому что все больше и больше танков будет нам попадаться на пути. Вот как сейчас, например. Смотри, сколько танков. Ладно, сейчас мы будем стрелять. Есть. Уничтожили. Вот такой вот у нас супер танк. На, есть.
Готово. Кстати, ребята, я хотел передать привет. Приветы передать. Передаю приветы, значит. Море Жени, Олегу Туманову, Александре, Елизавете, Максиму Павленко, Геймеру Робину и Лест Геймеру. Так, а также я хочу передать привет Кристаллу и Вике. А, ребята, я вам передал привет. И я хочу, чтобы у вас было всегда настроение хорошее. Также всем моим подписчикам, а также не подписчикам, которые еще пока не подписались на мой канал, тоже я вам передаю привет. А если хочешь, чтобы я тебе лично передал привет, то тебе нужно будет просто-напросто подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео и написать под видео привет. И тогда в следующем ролике привет я передам лично тебе. Так, ну у нас тут идет Кнут. Это у нас босс. Давайте мы его чисто отравлением попробуем уничтожить. Так, три удара. Три удара. И босс повержен. Немножечко давайте подлечимся. Идем дальше. Опа, как я в тебя попала, слушай. Да? Как специально метился в тебя. Ой, сколько танков, смотри, нифига себе, замес какой. Да, я же говорил, что чем дальше в лес, тем больше партизанов. Ну и вот. Очень много танков здесь прячется. Смотри. Практически уже и здоровье у меня уничтожено полностью. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Разлетелся наш танк. Давайте мы подлечимся. И теперь будем аккуратно идти. Ух ты! С одного удара у него уничтожается танк. Может, у них здоровье еще увеличивается, кстати, чем дальше волна. Мне кажется, да. Потому что они должны с одного моего выстрела умирать. А они не умирают. Видимо, у них еще и здоровье увеличивается, нифига себе. Вот это да. Вот это новости. Ну ладно. Ничего страшного. Ну-ка. А, нет, смотри, это взорвался. Может быть, это просто лунные корабли. Лунные корабли. Лунные танки такие более -менее мощные. Я точно не могу сказать. Но обычные, как бы, взрыв. Не, нифига! Да, видимо, ХПшка у них увеличивается с каждой новой волной. Смотри, а. Ох ты, мне идти уже некуда. Представляешь? Они загнали Скорпиона в тупик. Угу. Ну ладно. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Два, три танка уже едет, смотри. Давай я тебе буду так вот делать. А у меня же есть супер оружие. Это же наше жало. О, смотри, нифига, сколько танков здесь. На. Вообще месиво. Где же босс? Почему вы прячете его? Сейчас мы будем уничтожать эти танки. Да, у меня уже здоровье, смотри, уже маленькое. Ё-моё, сейчас взорвусь. Все, взорвался, разлетелся, ребятушки. К сожалению, да. Не хватило немножечко совсем, чуть-чуть.